Хайдаркан. В этом районе Киргизии, где недавно было лишь несколько тибитых животноводов, вырос крупный горно-металлургический комбинат. Так начинается обычный трудовой день горняков. Начальник капитальной штольни Сергей Лапин осматривает участок одного из лучших бурильщиков комбината Абдулкадыра Джураева. Славу лучшего телескописта комбината на бурении вертикальных скважин завоевал Иван Клочков. На проходке горизонтальных выработок горняки Николай Николаев и Юрий Конков применили каретку с двумя перфораторами. Смело внедряя новые методы бурения, горняки Хайдаркана дают стране руду сверхплана.